Акции, баллы, бонусы и другие выигрыши жители Чувашии продолжают попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников. Как сохранить свои сбережения? Советы от специалистов. Интернет, оказывается, у нас очень такой обманчивый, ненадежный. Оказывается, мошенники могут все. 61-летней жительнице Чебоксар в социальной сети пришло сообщение от подруги, в которой говорилось о выгодной акции. Доверившись ей, горожанка назвала реквизиты своей карты. Однако оказалось, что аккаунт собеседницы был взломан. Вместо выигрыша с банковского счета потерпевшие злоумышленники сняли около 19 тысяч рублей. Знала о том, что номера карты ни в коем случае никому нельзя давать. Но так как я с ней контакт вела, конечно, я ей доверилась. Но это моя ошибка. Обещания различных выигрышей не единственное, чем заманивают аферисты горожан в свои сети. Мошенники также обещают различные компенсации, звонят под видом банковских работников. Цель одна – завладеть реквизитами вашей карты, о которых никому и ни в коем случае не надо сообщать. Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем настоятельно, если приходит какая-либо акция от ваших знакомых в социальных сетях, свяжитесь с данным вашим знакомым, переговорите, действительно оно так, сами ли они отправляли сообщение. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, который взломал аккаунт и разослал фейковые сообщения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.